что же. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, ваша задача сейчас выбрать из зала 4 человека. И они не имеют права вам отказать, а мы поддержим бурными аплодисментами. Поехали! Вместе со мной, и вы тоже вместе со мной поддержим бурными аплодисментами. И еще нам нужен один участник. Один, всего один. Ну что, кто пойдет в нашу дружную команду? Вместе веселее. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Так, вы встаете сюда. Ну что, команда собралась у нас. Поддержим бурными аплодисментами. И сейчас я объясню, что же нужно будет вам сделать. Как вы поняли, вы в команде по 2 человека. И вы сейчас будете слышать музыку разных направлений, разного жанра. И вам нужно будет быстренько договориться, делать примерно одинаковые движения. Они могут быть очень простыми, но одинаковыми. И первая пара начинает, и я буду показывать, кто следующий. Итак, поехали! А мы поддержим с вами... Я скажу, что вы сами все поймете, когда будет другая мелодия. Так, молодцы, молодцы. Можете менять движение, это даже приветствуется. Так. Ну что ж, выход ваш, пожалуйста. А мы аплодируем и поддерживаем. Так, молодцы. Вот отлично получается. Можете выйти сюда, в серединку. Вот так, и мы поддерживаем. Let's go.
сейчас.